Через 11 дней в Орле станет одной свалкой больше. Неблагозвучное название получил новый экологический фестиваль. Он стартует в нашем городе 22 ноября. Я просто узнал о том, что, например, пластиковая бутылка разлагается более 500 лет. То есть, если я выбрасываю мусор в ведро и потом на свалку, это не говорит о том, что я забочусь об экологии. Это практически то же самое, что кинуть на землю, кинуть посреди города. Просто этот мусор будет валяться чуть-чуть за гранью города. Организаторы уверены, творчество поможет в борьбе за чистоту в нашем городе. Мы привлекаем вообще любые слои населения, и в том числе людей искусства, которые в своей нестандартной, необычной, интересной форме говорили бы об этой теме. А сегодня его организаторы объявили о приеме работ на арт-выставку, которая пройдет в рамках всего мероприятия. Участникам необходимо создать любой арт-объект из материалов, которые мы называем отходами. Из бумаги, консервных банок, пластиковых бутылок, батареек. Кроме того, в программе свалки лекция от ведущего эколога Москвы. Имя выступающего пока не раскрывается. Местом проведения станет Центр своевременного искусства.